Ох, я думаю, пока парни выходят, можно, в принципе, дать слово зрителям. У нас потрясающий первый ряд, который наблюдал становление стрелки, принимал участие непосредственно президент клуба «Рудня». Друзья мои, в первую очередь, конечно, я поздравляю «Байкер Бразерс», наших друзей, наш союзный клуб. И мы уже так плотно связаны, что... Володя, наш администратор клуба, теперь ведет стрелку, ё-мазай. Спустя столько лет. А где Константин? Константин Белозерцев, самый яркий и ответственный участник клуба «Байкер Бразерс» и достойно всегда защищает и цвета нашего клуба. Все, друзья, всех благодарю, всех поздравляю. Давайте, зажигаем. Аплодисменты! Опрашивать не будем? Нет? Давай. Эй, убийца с микрофоном, дай мне пушку. Ну что, дамы и господа, на стрелках, где могут принять участие любой желающий, поэтому послушаем пацанов. Давай. Малыш, ты как здесь оказался, да? Зовут Артем, захотелось попробовать подраться и, собственно, здесь. А ты вообще как-нибудь занимался? Я же макербоксом занимался полгода. А живешь где? В Москве. А прозвище какой будет? Трафман, потому что вы меня с ним сравнили. А ты похож. Ну да. Ну прикольно. А работаешь кем-нибудь? А нет, в данный момент учусь. Хорошо, удачи тебе. Давай, Дракула. И парень сказал, что у тебя прозвище никто. Послушай, ты тоже скромный чувак, я смотрю. Давай, на. Я не хочу ничего говорить. Спасибо. Почему? Не хочу. Ладно, давай, удачи. Только не перенервничай, ладно? Отдохни, подожди, спокойно. Слышишь? Малыш, спокойно. Бойцы на середину. Парни, помним, что это боксерский формат. Да, не клинчуем, человека на колени не добиваем. Бэкфистов не бьем, бьем только кулаками. Все, пожали руки. По углам. Готов? Ой! Следующая пара быстренько. Тошев против Чугунова, подходим к рингу. Все нормально. Зритель, ну если вы не поняли, это половой, то закончится остановкой с судейским решением. Давай. Драку на иди, давай, ты живой, ты нормально. Какое ты себе прозвище выбрал? Никто. 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 Нормально? Победитель! Никто! Аплодисменты! Нормально, я сейчас его отдохну. В дневном свете просто, не ахти как. Я чисто к борьбе готовился. А, к борьбе готовился? Все понял. Тебя на следующий турнир приходи, где песок будет, там можно побороться. Да я сейчас отведу. Все. Давайте, друзья, поаплодируем, потому что он вышел! Он показал себя! А куда усатый уже делся? Усатый побежал бить других, давай мне.